Piotr Wyłowski. Piotr, помнишь, что, да, соответственно, рыночную новость и, соответственно, главное про себя, кто вы в том числе и дальше. Все, хорошо. Меня зовут Петр, я, собственно, экономист, бизнес-аналитик, с планированием, собственно, и вот такая вот идея. У меня идея визуальный конструктор смарт-контрактов. Сделан для того, чтобы люди неподготовленные, не знающие ничего в программировании или в общем, в понимании блокчейна, они могли обратиться к этому интерфейсу, значит, ну, две стороны, которые хотят заключить соглашение, которое потом нужно будет оплатить, они могут обратиться, значит, к этому интерфейсу, внести все необходимые данные. Мы понимаем, что в принципе контракта данные, параметры, они все во многом одинаковые, там, цена, срок и так далее. И по истечению, значит, этих условий, либо работа будет выполнена другой стороной, либо время подхода к делу, и эта сумма оплачивается без каких-либо проблем проходит для вот, этих людей, которые не являются программистами. Мне нужен будет разработчик фронтенд, помощь вот, моих командиров. Есть разработчик фронтенд, есть разработчик бэкенд. Если же есть желание подсоединиться к дизайнеру, вот, то тоже вот, получается фронтенд, дизайнер и все. А кто есть в команде еще раз? В команде есть бэкенд разработчик, фронтенд разработчик.